Дмитрий Немчинов и Максим Аксенов учатся в Бочкаревской средней школе Целинного района. Этим летом они купались на озере. Рядом с ними, с ребенком на плечах, плавал пожилой мужчина, который внезапно начал тонуть. Мальчишки, не раздумывая, бросились на помощь. Они подхватили тонущего мальчика и выплыли с ним на берег. Услышали, что начал ребенок плакать, и мы Дима поймал, но я как до берега дотащил. Еще один герой – восьмиклассник Максим Шептун из Бийска. Его товарищ прыгнул в воду и долгое время не всплывал на поверхность. Первая мысль Максима – дружок шутит. Но вскоре стало понятно – все гораздо серьезней. 27 мая мы пошли на речку. Друг прыгнул в воду, получается. Долго не всплывал. Секунд 20, наверное, все, вытащили его. Вызвали скорую. Максим первым кинулся в воду, вытащил товарища на берег, сделал искусственное дыхание. Как оказалось, пострадавший товарищ ударился головой о дно и повредил шею. Сейчас он идет на поправку. А юные спасатели заслужили медали Российского Союза «Спасатели за мужество в спасении». В ближайшее время героев мальчишек ждут в краевом отделении МЧС и детском технопарке. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости.